позор. Вы видите, оно висит с этикеткой. Платье, висящее в шкафу с этикеткой, потому что ни разу не были надеваны, потому что были куплены без мозгов, без головы. Немножко маловато, но мы имеем фантазию о том, что мы похудеем, и, возможно, мы когда-нибудь его сможем носить. Так вот, нет, девочки никогда такого не делают. Платье неплохое, в принципе, но оно просто мало. Давно, причем мало. Давно и безнадежно. Но вот люблю я купить дешевое, что-нибудь притащить домой, повесить в шкаф, и потом подумать, зачем же, нафига я потратила эти 10 баксов или там 15 баксов. Есть грех. Жаль, становится короче, чем спереди, потому что натягивается на моей задней, нижней спине. Добрый всем день. Сегодня у нас видео «Как не сойти с ума в карантине». Самоизоляции, чем заняться, чем себя развлекать и вообще, что можно сделать в это время. Все блогеры сейчас про это снимают, на самом деле я понимаю почему, я тоже про это снимаю, потому что, ну, это самая такая насущная тема сейчас, потому что, ну, в общем, все более или менее сидят дома, все более или менее заперты. Вот эта вот неизвестность и то, что будет дальше, и как это все закончится, оно как бы немножко так точит изнутри и не дает покоя уму и рукам. Поэтому, значит, сегодня мы будем делать расхламление гардероба, потому что я подумала, ну, как бы, я работаю, понимаете, я не сижу дома просто так и не провожу свое время без дела, но у меня очень много свободного времени появилось, потому что я не трачу время на дорогу, на работу. Я уже, по-моему, в каком-то своем видео это упоминала. Плюс на выходные мы все время дома, мы никуда не ходим, мы не встречаемся с друзьями, мы не ходим ни на какие мероприятия, что мы делали раньше достаточно регулярно, а сейчас мы сидим дома. И времени достаточно много, и, в общем-то, почему бы не заняться чем-то, чтобы отвлечь себя от всяких мыслей, потому что мысли есть, конечно, и я, может быть, сейчас это будет слишком что-то личное, но я должна сказать, что моя семья живет в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке, в Бруклине. Моя сестра, ее дети, ее внуки, одна внучка, простите, пока только одна, и мой папа, достаточно пожилой человек, и в Нью-Йорке сейчас творится сумасшедший дом, конечно, там очень много заболевших. И одна из сотрудниц моей сестры, с которой она работает вместе в одном офисе, была тестит позитив, то есть у нее нашли коронавирус. И, конечно, моя сестра впала в некоторую панику, потому что они находились вместе в одном помещении достаточно долго, до того, как она заболела, и до того, как ее диагностировали. И мой отец живет с моей сестрой в одном доме, у них общий дом на всех. Моя сестра теперь изолировалась от него, от внучки от своей. В общем, короче, и меня это очень тревожит, очень беспокоит, потому что мы все знаем, что для пожилых людей это очень опасно. И, в общем, я надеюсь, что все обойдется, будем очень надеяться. Сейчас мы считаем 14 дней, сидим и отсчитываем, как бы, чтобы все обошлось, и вот, ну, будем посмотреть, и, в общем, теперь, чтобы, в общем, отвлечься от всех этих мыслей, звонить в Нью-Йорк моей сестре каждые 15 минут и спрашивать, как она себя чувствует, мерила ли она температуру, я решила заняться тем, что я давно собиралась сделать, и расхламить свой гардероб. Я сейчас нахожусь в нашей спальне, моя гардеробная, значит, если вы видите две двери, вот эта дверь в ванную, вот эта вот дверь, вот эта вот дверь в мою гардеробную, я вас туда не пущу, мне стыдно, потому что там очень-очень много всего, и небольшой, не слишком такой уже порядок, и очень много все плотно висит и лежит. Может быть, когда-нибудь, когда я там наведу порядок, я проведу туда экскурсию. Она достаточно большая, ну не очень большая, ну как это, знаете, walking closet. Сюда можно зайти, там можно походить, пошариться и так далее. Я уже там погуляла, вытащила много чего, что я считаю, что мне, ну, не нужно, что давно пора было выбросить. Я должна признаться, что я страшный Плюшкин. Мне очень-очень трудно выбрасывать вещи, я очень люблю свои вещи. Знаете, по-английски называется hoarder. Человек, который вот что-то покупает, приносит домой, и все это у него лежит, он никогда ничего не выбрасывает. По-русски это называется плюшки, но вот я ужасный плюшки. Все, буду вам сейчас показывать, что я там нарыла. Значит, сегодня у меня будет расхламление платьев и юбок моей любимой одежды, поскольку у меня их больше всего, и я вам покажу это. Я думаю, что это будет первая часть, мы потом продолжим. Свитера, сумки, обувь, пальто. Этому нет конца. Вот, у меня сегодня такой образ учительницы,
Ну, оделась красиво, снимаюсь дома, но хочется как-то приодеться и немножко выглядеть не совсем уже по-домашнему. Вот, давайте будем смотреть, я буду смотреть, что я нашла, я буду показывать. И, в общем, я надеюсь, что вам будет интересно, весело, и я вот от вас отвлеку, и себя, и вас отвлеку, развлеку от неприятных мыслей. Все, смотрим. Так, ну вот, это первая куча, это только платье, юбки там у меня еще лежат на кровати. Значит, я хочу сказать, что я на самом деле эти вещи, которые у меня висят в отдаленной части шкафа, то есть я как бы знала уже, что я их не буду носить, и я могу их повесить подальше, чтобы не попадались они мне под руку, когда не надо. И поэтому они у меня висят вот на таких вот вешалках, знаете, вот сбор блатных и шайка нищих. Пластиковые какие-то, лишь бы какие, железные такие. Потому что я, в принципе, стараюсь на вешалках хранить, на хороших вешалках хранить вещи, которые я ношу регулярно и часто. А вот эти вот уже, так сказать, они должны были пойти в утиль уже давно, но просто занимали место в шкафу, потому что мне было жалко, потому что я думала, пригодится туда-сюда, там, для дома, для того, для сего. И я их повесила поэтому на такие непотребные вешалки, поэтому вот. А я, кстати, сейчас вам покажу, на чем я храню обычные вещи, какие вешалки я использую, это очень удобно. Так, в общем, два вида вешалок, на которых я храню вещи. Вот такие вот вешалки бархатные, тоненькие, притоненькие. Очень удобные вешалки. Во-первых, они очень мало занимают места, и любая вещь, которая на них висит, как бы вы можете намного больше повесить в шкаф, вешая вещи на эти вешалки. Они достаточно мягкие такие, то есть это не для тяжелых, не для пальто, не для курток. А для пальто и курток я использую просто деревянные вешалки большие, и они у меня висят не в этом шкафу, в другом шкафу, и как бы, ну, они занимают больше места, но они крепкие. А чем удобно, это, видите, вешалки бархатные, с них ничего не соскальзывает, любая блузка, любое платье. Потому что пластиковые вешалки, когда вы вешаете какую-то вещь, допустим, шифоновую или шелковую, она так, в общем, вы там потянете немножко, и она сползает. А эти вешалки держат очень хорошо вещи. А для юбок, брюк и так далее, я использую вот эти вешалки из IKEA. Они очень, знаете, я искала тоже самые плоские вешалки, которые, на которые удобно вешать, чтобы они меньше занимали место в шкафу. И вот эти я нашла в IKEA, они очень удобные, здесь вот такие вот прищепки, значит, они очень дешевые, они, по-моему, стоят доллар в IKEA, наши канадские, и очень крепкие вот эти вот металлические прищепки, и она достаточно плоская, вот так вот плотненько повесить можно много-много-много юбок, потому что нам же надо много-много. Короче, вот, это очень удобно. Вот эти две пары вешалок. Ну и вот в IKEA же я покупаю такие деревянные вешалки. Они поплотнее, покрепче такие, более для пальто, курток и так далее. У меня партия, так сказать, платьев. У меня был какой-то период времени, что меня пробило на какие-то... Я вообще не люблю мрачные вещи. Я люблю поярче, поцветнее, вот что-то такое, знаете. Но какой-то у меня был период времени, что меня просто пробило на... Какое-то такое, вот хотелось мне что-то такого, знаете, ну, в общем, темненького, не знаю почему. Я накупила вот такую вот кучу платьев, вот таких вот расцветок, пессимистическо-упаднических, я бы сказала, которые теперь я не ношу, мне они не нравятся, и я... себя неплохо чувствую, я чувствую, что они меня старят, и как-то, в общем, ну, в общем, как бы никакого они мне не добавляют ни красоты, ни молодости, ничего такого. Кроме всего прочего, это платье все, вот видите, вот это совершенно бабская такая расцветочка, которая, ну, я не знаю, мне кажется, что не нравится оно мне, это платье, уже давно оно мне не нравится, и давно оно висит в шкафу без толку, потому что вот совершенно вот такое простое прямое платье, без всякого фасона особенного, качества, так себе, было куплено в каком-то магазине, и, в общем, стоило 3 копейки, но вот люблю я купить дешевое, что-нибудь притащить домой, повесить в шкаф, и потом подумать, зачем же, нафига я потратила эти 10 баксов или там 15 баксов. Есть грех. Ну, в общем, вот такое платье, значит, одно. Второе тоже оно... Я, может быть, их потом поменяю или нет, я даже не знаю. Если честно, я даже не знаю, если они мне подходящие еще по размеру. Значит, вот это вот платье, оно сделано из такого... такой трикотаж. Тоже я купила, не подумав. В принципе, расцветка, ничего... она такая, ничего себе. Ну, черная, мрачная. Ну, видите, у него такой вот рукав, кстати, вышла из моды, было модно. Здесь просто такое клёшненькое. Что в нем плохо? Это очень-очень тонкий, очень плохого качества трикотаж. И вот когда я его на себя надеваю в местах, где, как это
сказать, на моем теле есть выпуклости. Оно вот так вот, видите, натягивается, растягивается. Мне не знаю, как-то показать. И оно становится такой прозрачное. Знаете, есть такой трикотаж, такого плавного, в общем. И оно вообще такое немножко прозрачное. В общем, я решила от него избавиться, потому что... Нет, нет, не нравится мне это. И я его пару раз надевала, и мне это было не нравилось, не очень удобно. Так, дальше. И еще одно платье, очень мрачное, очень такой бабской расцветки, тоже совершенно вот такой вот, знаете, такой мешок. Не нравится оно мне тоже, я решила, что не буду я его носить. Я его тоже пару раз надевала, купила в каком-то порыве, чего-то не знаю, подумала, что мне понравилась эта расцветка. Сейчас мне она не нравится, и, в общем, решила избавиться от него. И вот это платье, по-моему, из H&M. Да, та же самая история. Дешевый трикотаж, тонкий трикотаж. Натягивается, растягивается. Кроме всего прочего, я терпеть не могу вот эти вот горла. Я вообще не люблю платья с горлом. И ничего не люблю с горлом, если честно. Ну, как бы купила и не носила, потому что... Плюс ко всему, мне кажется, что оно мне уже мало. Плюс ко всему, оно довольно короткое. Ну, не короткое, но не очень такое. Я как-то стала не очень ношу такие вещи сейчас. Вот, и, в общем, как бы, не знаю, в принципе, расцветка у него не страшная, ничего такого, не очень плохая, но, не знаю, не нравится мне оно, не нравится, как оно мне просто маловато, и очень, поскольку это дешевый трикотаж, то когда я его на себя надеваю, и оно у меня растягивается на всех местах, обтягивает, юбка сзади становится короче, чем спереди, потому что натягивается на моей задней, нижней спине. Вот, и, в общем, да, решила я от него избавиться, и давно пора, и пришло время. Звериный принт, тоже из H&M, по-моему, да, из H&M. Вот такое вот просто прямое платье с черным поясом. Я люблю звериный принт, у меня есть много вещей звериного принта, я считаю, что вполне их можно носить, по-моему, они никогда не выходят из моды. Ой, что-то я хотела... разбурила прическу. Пардон. Вот. Знаете, что мне в нем не нравится? Мне в нем не нравится вот этот вот именно звериный принт. Сейчас я вам покажу поближе. Он какой-то дешевый. Вот есть звериный принт и есть звериный принт. Понимаете? Есть под леопарда, есть под зебру. И есть под леопарда и под зебру. Иногда это бывает такой благородный, коричнево-бежевый какой-то такой расцветки. Вот этот. Зачем я его купила, я не знаю. Ну вот понравилось мне оно тогда. Сейчас оно мне не нравится тоже. Оно прямое, оно собирается под пояс, дешевая ткань, H&M. Решила от него избавиться, потому что мне перестала нравиться эта расцветка. Вот есть леопардовый принт, который выглядит хорошо, дорого и красиво, а есть леопардовый принт, который выглядит дешево. На мой взгляд, вот этот леопардовый принт выглядит дешево, и я решила, что я избавляюсь от него. Платье из H&M. Да. Темно-синее в такую точечку, видите, беленький такую точечку, ну вот я тоже, собственно, в темно-синий горошек, люблю такого типа. Оно просто обычного фасона, без рукава, к низу расклешенное, на поясе, платье неплохое, в принципе, но оно просто мало, давно причем мало, давно и безнадежно. Оно долго висело, и я все думала, что может быть когда-нибудь я похудею, и снова оно мне станет как раз, когда не произошло. И, наверное, уже никогда не произойдет. В общем, я думаю, что пришло время от него избавиться, потому что, ну, вы знаете, мы все, наверное, имеем в шкафу вещи, которые нам маловаты, и мы всегда думаем, ну вот, я похудею, и, в общем, они висят у нас годами, и никогда мы не худеем, никогда в них не влезаем. Вот это вот тот, такой случай. Я думаю, что пора от него избавиться, и, может быть, кто-то... А, ну, в принципе, знаете, вне моды, вот такой вот фасон, такой деловой для офиса платье, но маленькое. Так что отдаю. Дальше платье из Зары, любимого мной зеленого цвета. Висит, потому что оно зеленое. Я, вы знаете, как я люблю зеленый цвет, и он мне идет. И я очень тяжело расстаюсь с платьями зеленого цвета и очень быстро и легко их покупаю. Но, знаете, оно очень короткое. Вот оно такое короткое. Еще было время у меня, ну, скажем,
года 3-4 назад я такое еще носила с плотными темными колготками, когда зимой, в общем, можно было носить плотные колготки. Оно, в общем, с коротким рукавом, но я надевала вниз какой-нибудь гольф, водолазку черного цвета, черные колготы, и это было неплохо. Но сейчас уже нет. Оно слишком короткое для меня, и даже с черными колготами я как бы не решусь, наверное, его надеть. Так что тоже уходит. Следующее платье тоже из H&M. Это мой позор. Вы видите, оно висит с этикеткой. Заплатила я за него $20. Стоило оно 59. Это другая категория. Платья, висящие в шкафу с этикеткой, потому что ни разу не были надеваны, потому что были куплены без мозгов, без головы и провисели в шкафу без толку. И вот сейчас я его отдаю в чарити нашей организации, у нас там есть магазины и так далее. А знаете что, оно неплохое, симпатичное платье. Мне оно этим понравилось. Вот просто такое трикотажное платье. Длинная ниже колена, не очень длинная. Банально, оно мне было маловато. Я купила его и решила, что я похудею когда-нибудь. Вот, это тоже такой вот вариант. Бывает, да. Бывает, что платье висит в шкафу, потому что мы когда-то его носили, потом выросли, а бывает куплено уже. Немножко маловато, но мы имеем фантазию о том, что мы похудеем, и, возможно, мы когда-нибудь его сможем носить. Так вот, нет, девочки, никогда такого не делайте. Вот висит в шкафу, $20, идут на мусорку, это не огромные деньги, но все равно деньги. А, в принципе, симпатичное платье, неплохое, может быть, тоже немножко уже вышло из моды, вот этот вот трикотаж. Ну, тоже такой фасон, знаете, оно, в принципе, никогда не выйдет из моды, но вот уходит от меня. Прощаемся с этикеткой, кто-то будет носить, наверное, радоваться, и я буду рада, если кому-то оно подойдет, и кто-то им воспользуется.